прыжки в высоту. Привет, Руби! Привет, Йо-Йо! Интересно, во что играют клубнички? Пойдем узнаем. Ага, они соревнуются, кто выше прыгнет. Йо-Йо тоже хочет попробовать. Давайте играть в эту игру все вместе. Верно, Йо-Йо. Для прыжков нам понадобится планка. Нужно найти подходящую палку. Эта палка слишком короткая. А эта палка слишком длинная, Йо-Йо. Не расстраивайся. Руби найдет подходящую. Отличная получилась планка. Кто хочет прыгать первый? Давай, Йо-Йо! Красивый прыжок! Йо-Йо легко справился. Вот только прыгать нужно с другой стороны, Йо-Йо. Теперь очередь Руби. А малыш-клубничка, как всегда, балуется. Йо-Йо, ты что-то задумал? Ой, как высоко он поставил планку! Кто сумеет ее перепрыгнуть? Видишь, Йо-Йо, малыш-клубничка даже дотянуться до нее не может. Все-таки хочешь прыгать, Йо-Йо? Планка очень высоко. Неужели Йо-Йо справится? Ура! Получилось! Йо-Йо чемпион! Кажется, малыш-клубничка что-то придумал. Интересно, зачем он позвал слоненка? Нет, малыш, это против правил. Так нельзя. Thank you.
Руби перепрыгнула планку. Вот это здорово! Малыш-клубничка тоже хочет попробовать. Молодцы!